Ребят, всем привет, с вами, как обычно, Паша Квенс, это gta5rp.com, я играю на сервере Richmond. Вы можете использовать мой промокод, который есть в описании, а именно Квенс, еще сейчас на экране. Он вам даст 12 500 долларов до 5 уровня и 10 дней випки, а это x2 опыта на пейдеях и x2 денег. Вот, сегодня у нас экзамен в армии. Если конкретно, то с первого порядкового на второй порядковый, увидите, как это все делается, и меня сегодня повысят, наконец-таки, до второго порядкового. Вам приятного просмотра, и мы летим. Не забудьте на все подписаться, пожалуйста. Так, все, Тио Биру, давайте, помогите Полу переодеться. Пол, еще раз, в общем, вы поняли меня. Если будут вопросы по поводу, опять же, вашего там перевода, либо кто-то повышает должностные полномочия, пишите мне, хорошо? Хорошо, сэр. Все, можете быть свободны. Пойдемте. Так, легким бегом тогда в ДВ. Вот он. Да ладно, сука. Бегим, бегим! Иди сюда! И мне вот надо достать для начала. Вот сколько мы пробежали, он сейчас побежит за машину и обратно придет. Бира, я тебе привезу остановку сделать. Что ты делаешь? Сейчас еще один. Меня прессуют! За мной Юсаф гонится, помогите! Бегу на ДВ от них! Генерал сказал остановить. Спасите меня, меня арестовать. Бегу на ДВ. Остановку сделал, Биру, быстро. Все, меня поймали. Я у ДВ. Я стой. Не слушай. Что сделать, приказы вам. Я впервые услышал, что вы сказали остановиться. Я около 5 раз как минимум крикнул. Вот сейчас продолжим разговор. Ты сейчас бежишь обратно, заберешь транспортное средство. Пригонишь его сюда, Курус, и мы продолжим Курус, диалог. Сэр, давай отойдем. Но у меня приказ командира другой. Классно. Я Слушай. Генерал армии. Вы не генерал армии. Опа. Вы генерал-майор. Ну, какая разница? Я же большая генерал? Генерал армии, это только генерал. Классно, классно. Подождите. Если ты хочешь тихо, так тихо. Поговорить, давай не вопрос. Давай мы по уставу тебе сейчас 50 вопросов тебе задам. Если ты не знаешь, ты будешь уволен. Как тебе такой вариант? Не, поэтому... это понятно, да, я пришлю, а куда присылать-то? Вы из спецсвязи меня выкинули. Давай я тебе сейчас напишу, я нашел отчет, что тебя уволил. Сэр Бюро, еще бы хотелось уточнить такой момент, что после тренировки уровень, так сказать, моего здоровья невысок. Ты сейчас стримишь? Нет, нет. Что, да, пошли экзамен прямой тебе там, экскурсия, да? Да-да-да, вот буквально недавно мне ее проводили. Пошли на казарм. Залезай. А что Пол устал? Экскурсию, экзамен принять сейчас. Я понял. А и все получается? Я еще не смотрел памятку. Не могу, так сказать, отвлечься. Не памятка, а Академия Инфо. Понял. Там написано все, что вам надо. Ну, если вы не бакланец, то вы очень без труда сдадите экзамен. Понял. Все, выпекивайте. Так, шопу, готов? Если я все помню, то да. Тогда приступаем. Где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся на территории казарм. Если конкретно, то между 3-й и 4-й казармой. А 1-я и 2-я где? А 1-я и 2-я находятся дальше, вот в той стороне. Почему они 1-я и 2-я, а это 3-я и 4-я? Мне особо не объяснили, сэр Колис, вы можете меня подвезти, пожалуйста, на ДВ? Койлс. Койлс, сможете, да? Да. Сейчас меня отъедут. Хорошо. Хорошо, пусть будет так. Склад где находится? Так, склад, получается, находится за вот этими ангарами. Дальше там, насколько... А, стоп. Ситуация имеется в виду, где выдается все обмундирование у нас, все правильно? Там еще две большие цистерны находятся. Так, две большие цистерны. Ну, не ДВ, а именно склад. Да-да-да, я понял. Две, если я не ошибаюсь, то находится за вот этими ангарами, то есть дальше там он находится.
непосредственно в близости цистерн. Как в принципе. Хорошо. АФС где? Вот этими ангарами находится дальше. Она не функционирует в данный момент. И сэр, полковник, который сейчас мне проводил лекции и экскурсии, сказал, что очень бы хотел, чтобы она функционировала, ибо если будут пожары, то не супер будет, мягко говоря. Согласен. Хорошо, то есть получается ФС чуть-чуть ближе, чем чем склад вот за этим ангаром, да? Если я не ошибаюсь, то напротив, левее. То есть мы, конечно, один раз проезжали только. Если я не ошибаюсь, мы, конечно, один раз всего лишь проезжали, но склад, он находится правее, чем Fire Station. То есть Fire Station левее находится. Если я, конечно, не ошибаюсь. Хорошо. Тогда скажите, КПП, за КПП-2 что находится? Так, непосредственно за КПП-2. Что у нас там? Ну, правильно, КПП-2 там находится, правильно? Слушайте, по-моему, это первое КПП, потому что я заезжал через второе, которое находится вот там. Приблизительно в той стороне. КПП-2? Не там? Если я не ошибаюсь, то вот там у нас первое КПП, а вон там непосредственно второе. Могу ошибаться. Потому что... Второе КПП там, перед ДВ, правильно? Насколько я помню, могу ошибаться, опять же. Потому что вот как только мне провели экскурсию, я еще даже не, скажем так, обновлял это в своей памяти. Топаз в себя ушел. А, вот, правда. Хорошо, пусть будет так. А плац где у нас находится? Плац у нас находится за данным строением, если как конкретно, то это А2. И вот прямо за ним находится плац, где а все вот это получается А3, правильно? Или А1 это? Нет, сэр, это А1. А вот, вот правее этот два. Так, стоп, я тут ошибаюсь, это у нас А2, А1 находится ближе, ну, в смысле, правее. Вот. То есть это не А1, правильно? Насколько я помню, да, это не А1. Ну, вот хорошо, давайте так вот. За этим ангаром ФС или склад? Так, ФС, если я не ошибаюсь, левее находится, а здесь у нас находится склад, то есть дальше там. Хорошо, а вот если еще левее от ФС и чуть-чуть ближе к нам получается, что там находится? Полностью круг пытаюсь помнить, что здесь, что там, что там, что там, что там, что там, и потихоньку может вспомнить. Да-да-да, я как раз пытаюсь. 12 seconds later. Все-таки было правильно, но столовая задушила, что сказать. И где она, получается, непосредственно находится? Слева от ДВ. Все-таки слева от ДВ, я понял. Вот ход мысли, когда вы сказали вот на 180 градусов от парковки гражданского развернуться, вот как раз вот в том районе там и будет столовая. Ну да, я как раз... скажем так, забыл эту часть, ну не то чтобы забыл, вылетело из головы, потому что здесь столько всего происходило, сколько у меня вообще за 7 лет жизни в этом штате не происходило. Нет, такая херня у нас тоже в основном не очень часто происходит, я вам по секрету скажу, ну ладно, упустим этот момент. Хорошо, не без проблем, но сдали. Сейчас я вам фотокарточку. Хорошо, сэр. Сохраните ее себе в альбом, не теряйте, не рвите, не жмякайте. Ну все, тогда отчет вас научили, как составлять? Нет еще, потому что у меня, по-эльфийски выражаясь, нету возможности экран сворачивать. Ну, ингуром пользоваться умеете, по-эльфийски говорить? Да, да, да. Там в спецрации, в разделе «Академия», отчеты в самом верху будет, скажем так, лежать документ, который вы возьмете в руки, в самом верху будет в разделе отчеты. Там будет форма, которую будете должны заполнять. И я вам сразу говорю, то есть вот там будет, скажем так,
специальные вставочки, куда нужно будет положить вашу фотокарточку, всунуть, скажем так. И вы должны всунуть, если там будет, например, экзамен по экскурсии, вы должны вставить только эту фотокарточку, которую я выдал я вам. То есть не строевая, не тренировку. Вам ясно? Да, сэр. Ну все, тогда приступайте, я вас не задерживаю. Если есть вопросы, вот ко мне, к Бруку обращайтесь. Хорошо, сэр. У меня есть такой вопрос, связанный с построением. Я так понимаю, оно здесь каждый день в 10 вечера происходит. Да. Вот. Что, ну вот у меня, скажем так, голова настроена так, что у меня плюс 2 часа, иногда командировочки, еще там что-то. Часовой пояс у меня настроенный в голове как будто по-другому. Чувствую, что сейчас 23:36 точное время, как будто бы. Вот, что если не появиться, допустим, на нем? Или вот это нужно делать каждый день в 10 вечера? Смотрите. То есть, обязательно, если ваша голова, ну, то есть, вас уже тянет на сон, скажем так, так как у вас брейлаг, скажем так, то вы никакого наказания не понесете, если вы будете отсутствовать на работе. Но если вы в это время вот, присутствуете на службе, например, если через, скажем так, 23 минуты никто из нас никуда не пропадет, то мы обязаны явиться на построение. Понял. То есть, если мое сознание здесь, то я должен быть на построении. Если моего сознания нет, и оно, скажем так, спит, то не будет особых проблем с этим. Не, ничего страшного, только вот если у вас там, скажем так, будет отчетное повышение или что-либо, то тогда вы желательно до этого просто обращаетесь к вашему составу, и там, смотря там, если сейчас, то там скажете нам, и тогда уже вам просто позже выдадут погоны. То есть на следующий день, независимо от построения, скажем так. Я понял. Еще есть такой вопрос. Здесь есть пункт «Ваш инструктор». И я пишу полковника, который мне проводил и инструкцию, и вас, получается. Ну, экскурсию, то есть. Ну, это не принципиально. То есть можете просто полковнику указать. То есть, скажем так, никто обижаться не будет. Это не столь важно, скажем так. Вот, большую часть он провел полковник, тогда можете указывать только ему, скажем так. Понял. Вы, в принципе, у меня экзамен приняли. Так что вас я тоже покажу. Потный экзамен. Очень потный экзамен. Просто жесть какая-то. Но тут уже полностью проверяют звание. Ибо даже по условному блату там еще как-то все очень сложно здесь. Ладно, я пойду отчет составлю. Смотрите, у меня сейчас, короче, построение. Я порядка 3 или 4 часов уже в GTA 5 онлайн. Чтобы вы понимали, все записывается в один день. Я уже без камеры. Я уже просто подыхаю. Но при этом я, походу, сдам на второй. Вы КНБ, да? Да, сэр. Нет, сэр, я нет. А на КНБ или нет? Нет, сэр. Вы на повышение? Да. Я до сэр. Пау. Да, сэр. Ты у нас КМБшником стал, вставай сюда ко всем. А, нет, сэр, я не КМБ. Не, я говорю, ты сейчас КМБ, к дивизии вообще присоединился, сюда встань. Все, я твой отчет проверил, жди повышения. Здорово, сэр. Заполните кадровый аудит, я повышу, бойцу. Да-да-да, сейчас секундочку, надо заполнить, конечно. Все, я повышаю тогда. Ты все проверил, значит, все хорошо? Да, отчет проверил, да, все. Все, хорошо. Достаю новые нашивки и лычки, передаю человеку напротив. Бойцы, потом не расходимся. Так, взял лычки. И положу к себе. Подождаю вас, давай. Служу национальный гвардии, сэр. Альфийский грязь, перед заходом у вас вот эта одежда сменится на точно такую же, только с длинными штанами и с кепкой. Значит, потом форма, в какую вы одеваетесь, она самая первая. Она похожа на вот эту, только пустынная такая, светлая. И уже вот с такой вот касочкой. Понял, сэр. Все. Все, в принципе, все свободны. Я ваши никнеймы списал. Хорошо, сэр. Все, давай, счастливо вам поздравляю. Спасибо, сэр. Спасибо. Нам в казармах, сэр? Нет, все, в казармах вы больше не ходите.
У вас сейчас конкретно другие уже будут инструктора, это касающиеся инструктора дивизий. Вот. Они вам все объяснят, но это уже, скорее всего, на завтра, потому что сейчас 22, уже 30, так можно сказать, что дивизия уже вся разошлась. Можете так сказать, если вам интересно конкретно, те, кто хочет еще, так сказать, остаться в штате, подойти на пост КПП, поспрашивайте дивизию. Наконец-то это закончилось, боже мой. Итак. Ну что, ребят, я очень надеюсь, что вам понравился этот ролик, что вы уже поставили лайкосики, если еще нет, то можете сейчас поставить. Я напоминаю, что я играю на GTA 5 RP, вот мой промокодик сейчас на экране. Огромное спасибо также спонсорам моего канала, и не забывайте про лайк и про подписку. Если хотите со мной играть, то оформляйте спонсорку, рано или поздно мы с вами 100% сыграем. Это конец ролика, всем спасибо, всем пока, F9. Люблю, уважаю, так сказать, смотрите другие мои ролики.